кладем ягоды вниз формы. Вишню по всему донышку. Тесто песочное. Вишни с банки. Процеженное. Укладываем по всей форме. Грамм 250-300 ягод. Можно больше по желанию. Кто как любит. Отлично. И заливаем заливкой из сметаны, яиц, крахмала. Мы положили пудинг вместо крахмала, сахара сверху. Такая заливка у нас получилась. Грамм 300 сметаны, 80 грамм сахара. 25 грамм крахмала или полпачки пудинга. Здесь пудинг ванильный. И 2 яйца. Все это мы взбили и вот залили сверху. Такая заливка. Распределяем аккуратно. И кладем в холодильник. При температуре 180 градусов на 50-60 минут в духовку. Мы взяли такую одноразовую форму. Можно взять форму, какая у вас есть. Аккуратно ставим в духовку, закрываем и ставим 50 минут на 180 градусов температуры. 50 минут. Все замечательно, будем ждать.